Свой 50-летний юбилей отметил Казанский государственный энергетический университет. Перед началом мероприятия почетные гости посетили технопарк университета, а также обновленный музей и выставочные экспозиции. Основное торжество прошло в актовом зале энергетического университета. Среди важных гостей праздника был премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. От имени президента Республики Татарстан Рустама Магомедовича Миниханова, от имени правительства я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, новых успехов, решения всех задач на самом высоком уровне. За этой впечатляющей датой большой, насыщенный значимыми событиями путь. Упорный труд сотен преподавателей, успешная практическая деятельность десятков тысяч выпускников. Ректор КГУ Эдвард Абдулазянов рассказал о развитии университета за последние годы, о сотрудниках, проработавших здесь более 40 лет, и поздравил всех присутствующих с праздником. За прошедшее десятилетие совместными усилиями были проделаны впечатляющие шаги от филиала Московского энергетического института до самостоятельного научно-образовательного центра современного типа, занимающего свое достойное место пространство в российской высшей школе. 50-летним юбилеем. Желаем здоровья, счастья и удачи. Участие в мероприятии принял также министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Среди почетных гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я вот от имени университетов, расположенных на территории нашей республики, хочу поздравить весь коллектив энергетического университета с этим прекрасным мужским юбилеем. Вы сделали огромный рывок за последние несколько лет. И этим нужно и дорожить, и этим можно сегодня гордиться. Поздравить руководство, сотрудников и студентов энергетического университета пришли ректора и других вузов Казани. Для всех гостей прошло яркое праздничное мероприятие. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.